Я долго думал, какая интересная тема может заинтересовать моих зрителей. Блять, по-дебильному сказал, конечно, но пофиг. Но я подумал, что так как я музыкант, то нужно показывать себя именно с музыкальной стороны. И я хочу сегодня провести урок с вами. Да, этот урок будет не длинный, этот урок будет, может, местами неинтересный. Но я хочу попробовать. Хочу попробовать разобрать с вами начало пьесы к Элизе. Обе руки, разумеется. Снимаю видео на телефон, поэтому я не думаю, что будет как-то очень классно. Но надеюсь на ваше понимание. Надеюсь на лайки, надеюсь на просмотры. Ну что, поехали. Сейчас я вам расскажу, как я обычно разбираю. Я беру, сначала смотрю правую руку, как там написано. Там у нас ми, ре, дис, ми, ре, дис, ми, си, ре, до, ре. Это самое начало. Оно звучит одно без всего. Потом я разбираю правую руку дальше. До, ми, ля, си. Соль, ди, си, до, ми, ми, ре, дис, ми, си, ре, до, ля. До, ми, ля, си, ми, до, си, ля. Вот это у нас закончилась первая часть музыки. В профессиональном жаргоне это называется первое предложение. В ля миноре оно у нас начинается с пятой ступени. Я эту пьесу знаю, но себе разбирал по нотам. Сначала я бы разобрал правый подсчет. То есть, смотрите. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть подсчет, каждую длительность понимать, что у нас там получится, как-то так и работать, да. Теперь, что касается левой руки. Очень просто идет, если вы знаете гармонию, то у нас идет тоника, то есть ля ми ля, тоника ля минор, ми ми соль диез, ля ми ля, и потом это повторяется второй раз при проигрывании еще раз этой темы. Так стрёмно рассказываю, ладно. Но не хватает вам никаких то эмоций классных. То есть ноты я вам все назвал. Давайте я попробую сейчас. Если она не перевернется, я не виноват. Она не переворачивается. Так, ну тогда на слух, понимаете. Потом у нас переход в параллельную тональность, в до мажор. Си, до, ре, ми, соль, фа. Каждую ноту плюс пропеваю, это тоже пиздец. Не могу от этой привычки отучиться.
Если хоть кто-то это видео посмотрит и он сталкивался с такой проблемой, отпишись, плиз. Я тоже хочу перестать пропевать каждую ноту, блин. Короче, мелодия такая. Си, до, ре, ми, соль, фа, ми, ре, фа, ми, ре, до, ре, до, си, ми. Потом ре, ми, ре, ми, ре, ми, си, ре, до, ре. И как в начале мы уже сами разобрали. То есть, в принципе, овладев вот этим вторым элементом и вернувшись назад к первому, уже одна третья пьесы разобрана, потому что там очень много эпизодов таких. Давайте разберем левую руку и на этом завершим урок. Ход не очень удобный. Ход по октавам. 4 октавы пройти, каждую ноту уметь. Еще раз бас. До, соль, до, соль, соль, си, ля, ми, до, ми. Уже подхватывает эта рука правая. Ми. Это повторяет. Здесь я делал двумя руками, это можно делать одной рукой. Хотя выглядит, конечно, это эффектно. Если это видео зайдет, разберем к Элизе дальше. Все, бай.